Ну что, друзья, всем привет. Опять прибыл я на свое место. Будем сейчас ловить окушка. Попробуем. А что с этого получится, то у нас получится. Есть окушок, ребята, есть. Поймал. Неплохой вроде бы. Да. Вот такой окушок. И сошел. Еще один окушок. Опять сошел. Да что ж это такое-то, посмотри. Есть, друзья, окушочек. Маленький. На таранку пойдет. Друзья, всем привет. Вот сижу, перебираю свои приманки. Сейчас такая погода, жарко на улице. Рыбка толком не клюет. Вы видели предыдущее видео, поймал окуней немного. Был сегодня на рыбалке, поймал 5 штучек окуней, маленькую щучку и все. Вчера был на рыбалке, поймал приличное количество окуней, штук 50, наверное, 60. Но по нелепой случайности судок вместе с рыбой я утопил. Вот. Я надеюсь, что рыба будет жива, судок такой свободный, рыба выйдет оттуда. Достал браконьерскую сеть метров 100, я видео вставлю. Сейчас переберу приманки, посмотрю, что мне взять. Ну, скорее всего, что опять я возьму. Вот такой вот поппер
Это фирма Юзури. На него отлично ловится окунь. И вот такой силикончик фирмы Китек. И на щуку возьму уже проверенный годами. Это Рудра 130-я суспендер. И, конечно, куда без него, это мой самый любимый воблер. У меня их несколько штук. Еще недавно брат мне подарил другие расцветки. Вот такой вот. Это фирма Хедон. Отличный воблер. Вот он, видно, он весь покусан, на нем живого места нет. По мелководью это просто палочка-выручалочка. Можно и кличить, можно и равномеркой проводить, то есть как угодно. Отличный воблер, просто самый мой фаворит. Бывают такие моменты, что Рудра проигрывает этому Хедону в разы. Конечно, сравнивать это не надо, но в моем случае вот Хедон очень и очень часто выручает. Сейчас соберу маленькую коробочку, не буду брать с собой, наверное, чемодан такой. Это чемодан воблеры, блесна. И еще коробка это чисто идет силикон. Ну, по силикону сейчас судак молчит. Окушок разве что. Щука на силикон не реагирует. Сколько не пробовал, не кидал. Только воблеры. Вот. Поймал щучку, то, что я вам сказал, маленькую, с раной. Там какая-то рана на ней, как вырвана кусок. Может, какая-то экзема, не знаю. Поймал на Рудру. Больше поклевок не было. Клевал окушок, и то где-то с 4 до 5. Все, после 5 часов утра поклевки прекращались. Сейчас на улице у нас ветер. Гонит тучи. Скорее всего, что будет дождь. Ну, посмотрим. Завтра после дождя попробую утречком половить. Хотел на вечернюю зорьку, но сильный ветер. Просто лодку будет сносить. Поэтому решил пока побыть на даче. А утром поеду на рыбалку. Друзья, всем привет. Доброе утро. Как я обещал, я выбрался на рыбалочку. Но начал моросить дождик. Хотя с утра не было ничего. Пасмурно, но... Ну, я не сдаюсь. Я решил попробовать половить окушка. Будет сильный дождь. Поедем обратно. Делаем первый заброс. Дождик увеличивается. Опять дождик накрапывает. Друзья, окунь не клюет, но клюет вот такая вот щучка, мелюзга. Я думал, это выходы окуня, это щучка. Сейчас мы ее отпустим, вот такая вот прелесть. Пусть растет. А окунь пока молчит. Дождик прекратился. И все, и тишина. Но
Основная щучка, видите, мелкая клюет. Может быть, будет клевать и большая. Сейчас попробуем, поплывем в лилии. Посмотрим, что там будет. Вот, друзья, заплыву в лилии. Начал кидать спиннербейт. Что-то поймал. Не могу понять, что. Пока поднять не могу с лилии. По всей видимости, что-то неплохое. Тут что-то хорошее. Ребята, это сом. Вот такой красавец. Видите? И взял жадно. Вот приманка. Спиннербейт. Фух. Вот он, красавец. Давно. Скажем так. Не трофей, но очень приятно. Это после дождичка. Прям, я не знаю, аж руки задрожат. Только бросил приманку, она не успела упасть, и сразу поклевка. И потянула конкретно. Оставил слизь. И на шнуре, и на спиннербейте. Вот. Вот вам и китайская приманка. Вот, друзья, на эту приманку я поймал сомика на спиннербейт китайский. Кидал поппер, шмоппер, куча приманок, перепробовал, собирался уже возвращаться домой. Надоело, дождь был, думаю, заплыву в лилии, покидаю на щучку. И только он упал, я даже не успел сделать оборот катушки, как сразу произошла поклевка. Адреналин получил. Ну, попробуем еще сейчас по лилиям полазить. Может, что-то еще поймаем. Вот, друзья, такая вот щучка маленькая. Заплыл такие вот заводи здесь. Камеру не включал. Думал, что здесь рыбы нет. Но вот поймала такую вот щучку. Надо гулять. Маленькая, нам такие не нужны. Попробуем еще здесь покидать. Вот, друзья, такой сомик мне сегодня попался. Красавец. Была одна щучка и вот этот сомик. Хороший улов. Ну что, друзья, приехал я с рыбалки.
Вы видели, поймал одного сомика, одну щучку небольшую, ну, отпустил. У нас затянуло небо, опять начался дождик. Но я думаю, к вечеру он закончится. И вечерком я опять поеду на рыбалку.